второй очереди улица Братьев Захаровых. Сейчас видно, что, ну, я так понимаю, там гильза газовая, вот это устанавливается. А почему работы как-то не в графике сделаны? То есть потому, что пришлось, как я видел, вот с квадрокоптера летал, срезать снова подушку, которая сделана автотрассой. То есть не повлияет ли это на дальнейшую эксплуатацию дороги? Не будут ли столь значимой дороги провалы из-за проседания грунтов? И почему сейчас это работает, проводится, а не ранее? Да, на самом деле, может быть, замечание свое справедливое. Дело в том, что в первоначальном проекте предусмотрена стальная труба, после этого внесли изменения в проект композита. Данная работа однозначно не повредит, но сроки, естественно, как бы ускорят. На сегодняшний день как бы нам необходимо выполнить на трех объектах. Один объект по УИСКу, где вы сейчас сделали замечание. Однозначно, почему мы так поступили? Для того, чтобы минимизировать затраты. Это видно, что начали делать первый слой укладки асфальта. Сейчас это сделали, и поэтому сделали разрез, и на качество однозначно не повлияет. Такую работу нам необходимо еще выполнить по улице Вольская. Там два трубопровода диаметром 300 и 225.